Здравствуйте, товарищ Рыболов. В сегодняшнем видеообзоре хочу немного рассказать об одной приманке от компании «Герман». Продукцией «Герман» пользуюсь уже достаточно давно. Также пользовался воблерами, и также у них есть приличный ассортимент силиконовых приманок. Многие скажут, что да, это не оригиналы, это копии. Честно говоря, для меня без разницы, оригинал или копия. Главное, чтобы он стоил разумных денег и прекрасно работал. И вот сегодняшняя приманка, которую вы сейчас видите на экранах, называется T-Rex в сотом размере, то есть длина ее составляет 100 мм. Это, как понятно по форме тела, виброхвост. Тельце тонкое, длинное, вытянутое. С треугольным сечением, то есть широкая спинка и узкая брюшка. Тельце заканчивается утончением к хвостику и имеется очень большая по площади мясистая пятка, благодаря которой воблер приобретает очень интересную размашистую активную игру. И помимо игры хвостиком, также приманка играет всем телом, то есть при проводке, даже при минимальной, присутствует некий роллинг, то есть покачивание боками из стороны в сторону, что не может, естественно, положительно влиять на поклевки, дополнительно привлекая этим хищника, в частности, щуку либо судака. Приманка изготавливается из съедобного силикона, обильно пропитанного креветочным аттрактантом, который не смывается достаточно долго и, в принципе, сохраняет свой запах на всем протяжении жизненного цикла самой приманки. Чем приманка еще интересна? Интересна она тем, что она прекрасно подходит для оснасток без загрузки. В силу своего такого упитанного тельца и массивной пятки. Она достаточно хорошо, в кавычках скажем, что хорошо летит, то есть как для неогруженной резины она летит просто прекрасно. И благодаря своим полетным качествам ее можно использовать как раз таки для облова заросших участков водоема без загрузки. Можно вести ее равномерно, также можно применять некое подобие, что-то похожее на твичинг, то есть поддергивать приманку, придавать ей дополнительную игру. Так что приманка интересная. Советую всем обратить внимание на приманку и также, само собой, на производителя. Стоят они вполне разумных денег. Так что приобретайте, наслаждайтесь рыбной ловлей. Ссылку на приманку вы найдете в описании под роликом. Также под роликом вы найдете промокод, использовав который вы на сайте интернет-магазина F-Magazine получите скидку от 5 до 15% на 100 и более разнообразных мировых брендов, таких как Lucky Craft, Pantone 21, Anjacal, Major Craft и так далее. Так что спасибо магазину за промокод. С ним приятно экономить на покупке снастей. В принципе, на сегодня все. Всем пока. Видеообзор был подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.